Всем привет зрителям, подписчикам. Сегодня зимний заезд на свалку. Что можно найти? Так, посмотрим. Вот это уже начало. Сразу лежит телевизор Супра. Посмотрим, целиком нету. Да, хвата на месте, все на месте. Идем дальше. Вот тут какая-то куча свежая. Так. Печатная машинка. И она там есть. Вот она лежит. Жалко. Печатная машинка. Коробочка. Там еще какая-то коробка. Ну, тут ничего нету. Все пусто. Это бумаги. Посмотрим дальше, что тут. Это дерево, хлам, мебель старая. Он даже самокат детский. Все, можно. Просто в пути заехали. Мусор, дерево. Ну, здесь уже никакой электроники не видно. Одни кусты, вон уже телевизор разгроханный. К сожалению, ничего не оставили. Это у нас, нет, 3 УСТ. Рубин 61 ТС 403. Там хваты управления так и остались. Хвата соединительная лежит. Даже динамик вырвали. И от какой-то радиолог вышелся. Вот еще советский телевизор выбрасывается. Вот я тоже заметил, что интересно лежит. Опа. Вот такой электросчетчик с четырьмя щиток, с четырьмя пробками, автоматами. Кабель. Пройдемся дальше, так посмотрим, кто тут. Может, там дальше что-то есть. Просто я здесь неделю назад проезжал, но тут ничего не было. Через неделю уже насыпали много чего. Вон еще один уже телевизор разгроханный. Мебель старая. Здесь от телевизора уже ничего не оставили. Один кинескоп, корпус. Коробки. Кресло. Там еще одно. Много кресел. Такой вот попутный заезд сегодня получился. Ну и есть, конечно, находочки. Здесь видно, что порылись. Может, тоже что-то было, уже утащили. Шмотки. Даже мебель старая. А собачка. А, нет, кот побежал. Котом побежал. Коробка от большого ЖК. Ну что, пойдем. Буду собирать находочки, там, которые телевизор разберу, конечно, целиком брать не буду. Потому что внутренности из него. В общем, обратно выхожу. Вот.
телевизор уже разгрохали. Походу-то уже вон куски платы от него уже остались. Мизерная. Ну тут мебель все показывает. Кресло. Может там что-то есть, но ничего такого. Электроники больше тут не видать. Можно идти обратно, тут вот трасса проходит. Машина. Вот, за неделю, наверное, 3 телевизора выкинули. Как говорится. Крышка-то алюминиевая, как-то не взяли ее. Плата соединительная. Бок управления там остался. Шасси там затышили на железо. Как-то это электрочетчик не нашли. Я его заберу. Тут видно, уже покопались. Вот тут что-то, что я туда не ходил еще. Вот шуруповерт, аккумулятор лежит. Никто не взял. Ну, скорее всего, мертвый. Вот, видать, порылись, искали уже. Металлисты не дремлят.